Пришли, вот он наш домишко, домик наш. Вот, ну что, дом не старый, не старый дом. 50 лет всего. Ой, это не старый, молодой практически. Да. Вот, ну что, вот фасад, фасад у нас не крашеный. О, вот, в принципе, ну, да. Подумаешь, фасад, что мне фасад? Она, знаете, наоборот, краска облупится вся вот такая вот. Да. Не крашеный фасад, вот он бетон, вот он серенький такой. Нормально все. Как... Вот, вот трещинка, трещинка. Вот видите, у нас здесь была когда-то давно. 6 метров. Да незаметно. Вот ну да, ее заштукатурили так как-то. Вот глиной замазали. Как будто и не было. Как будто да, и не было. Ну что, трещинка, да. Вот, ну что, горячей воды. Вот правда у нас вот нет горячей воды. Плохо, ну, сейчас, правда, ну у кого она есть горячая вода? Ну это да, это правда. А зато, знаете, холодная регулярно. Холодная вода регулярно. Красота. А, вот... 2 часа в сутки, вот там вот видите флажочек, да, вот. Да, вижу. Вот туда вот бочечка приезжает, можно набрать с 3 до 5 ночи, каждый день четный. Никого нет. Никого нет, да, 2 ведерка можно взять, вот набрать себе. Как вот тут до остановки? До остановки. До остановки здесь буквально вот рукой подать, вот если вот сейчас вот так вот, вот пойти вот так вот, видите, вот, вот через свалку, вот через вот, вот да, эту, вижу. Вот через свалку. Дымится вот так вот. Да, вот, а вот, да, 40 минут всего лишь, вот рукой о, буквально. 40 пора, минут, да. Бегом, да, 40 о, минут да, здесь. Я вот час всего. Ходил. Так, лифт есть. Есть лифт, никогда да. Никогда на лифте не катался. Есть лифт, да. Лифт есть, но не работает, не правда. Работает. У них там но как-то с... еще лет 40 ну, назад есть. Трос оторвался, да. Есть, вот. Главное. Вот. Как... Но лифт есть, да. Как у нас комнатки? Квартирки, квартирки хорошие. Хорошие квартирки, но маленькие. Маленькие, вот. Да. Сколько метров? Ну, 6 метров общая площадь, кухня. Да. Кухни нет. Вот. Плита сразу, знаете, у нас как вот входишь и плита сразу. А, ну, здесь что, вот. А удобно, да, удобно, далеко да. Не ходить. Да, хорошо. Санузел. Санузел. Санузел есть, санузел есть, есть да. А, вот. Вот, видите, 9-этаж, вот видите? Да. Вот, вот подходите, 3 раза постучать, вот там прям в подъезде, вот, вот туда и ходим. Стучать, да. Да. Там, может, без стука как? Ну, как, знаете, если ночью приспичит, надо, ну, да, все-таки. Разберусь. Как-то, да. Вот, ну что еще, соседи, с соседями повезло, соседей да. Нету. Тут ой, у нас это... пацаны 10 лет назад ртуть в подъезде разлили, в общем, да? весь стояк у нас... Вот, да, один будете жить. Все тихо, хорошо. Да, отлично, соседей, да, без да. Соседей, отлично. Вот, ну, что еще? Может быть, внутрь пойдем посмотрим уже? Ну, пойдемте, конечно. Да, пойдемте. Ну, вот, в принципе, наши окошки выходят прямо на гаражи. Так что, если нужно, можно, в принципе, гаражи сторожить прямо вот из окна, вот, за деньги. Ну что, пройдемте внутрь? Давайте. Через дверь что, нельзя? Так нет у нас двери-то. Строители, понимаете, сделать забыли. Так что мы всю жизнь вот так вот. Давайте, посадите меня лучше. Давайте, зато ключи не потеряйте. Давайте. Здесь лежат. Видал? А ты не верил. Слушай, пап, ну, а почему ты их дома-то не прячешь, а? Ты что, дурак? Дома-то жена! Она ж сразу найдет! Давай, давай!
Что? Что? На две-то не хватает? Что делать будем? Ты плавать умеешь? Умею. Нырять придется! Нырять! 2 метра! Вниз! И все, в кастрюльке там! Нырять! Пойдем! Добрый день, в эфире программа «Русский экстрим». Вы наверняка помните наши прошлые выпуски. Мы прыгали с парашютом с Эйфелевой башни. Мы делали свободное соло на Статую Свободы. А сегодня мы сделаем то, чего в наших программах мы еще никогда не делали. Я представляю вам наших героев. Эти ребята настоящие специалисты своего дела. Просто бизоны русского экстрима. Ну что, ребята, готовы? Итак, я еще раз напоминаю вам девиз нашей программы. Не повторять. Это опасно. Ну что? Поехали! Ну вы сами видите, нервы на пределе. По жилам течет не кровь, а живой адреналин. Но это и есть русский экстрим. Но еще раз напоминаю, не повторять опасно! Yeah. Yeah. Don't erase none of that good shit. Yeah. Get drinks on you. Get stank on you. Yeah. Yeah. Pinky rings. Yeah. That pinky rings. Yeah. It's that pinky rings. The legend of Masket. Shoot out the speakers with my guns, get Jurassic. Super bad. Who am I? Dolomite Classic. The band who's back. Hands on Angela Bassett. I hand through my plastic. Gunplay a bastard. No. Dope mixed down with acid on record. Broken down and crafted in seconds. Ladies' choice, the golden boy still peppin'. Better respect it. Believe I pull rabbits out the hat. Tricks up my sleeves. I air out the showroom, but shit can breathe. Fix your weave, you know my expertise. I got my back, you do. Whack face if the wool was back. I got my back, you do. Whack face if the wool was back. Take it back. Здравствуйте, меня зовут Андрей. И сейчас я вам покажу трюк, который я проделываю уже в течение месяца. А вам слабо? Месяц без горячей воды! Мы верим в сборную России по футболу! А вам слабо! Мы за копейки Россия! Или будем Россия! Россия! Меня зовут Евгений Алексеевич. Я уже 10 лет живу в однокомнатной квартире с женой, 2 детьми, с собакой и с тещей. А вам слабо? Хватит жрать мой бутерброд! Привет! Меня зовут Серега. И я уже, в принципе, готов разбить бутылку об голову. А вам слабо? Ты как там, Мих, а? Пойдем, сова. Здравствуйте. Меня зовут Эпихондрий Феоктистович. А вам слабо? Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я умею шевелить ушами. И хвостом. А теперь ушами и хвостом.
А вам слабо? Привет! Меня зовут Василий. И сейчас я вам такое покажу! Сэр, бутылочку не выбрасывайте, плиз. Все, давай. Бей, давай. Уже бить? Бей, бей, чё? Прям тебя? Бей, чё? Бей, 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 готов. Ну, я бью. Давай, давай. Убить? Давай. О, дятел, по животу надо было бить. Ну, извини.